Всем привет! У нас сегодня в обзоре носки от фирмы Lorpun, модели под названием T2W, который идет в трех цветах. Серый, коричневый и синий цвет. Также эта модель идет в комплекте из двух пар. Поэтому давайте поговорим немножко об этих носках. T2W – это двухслойные носки средней толщины для несложного туризма в любых погодных условиях. Внутренний слой у нас из высококачественной шерсти Merino Wool. Хорошо сохраняет тепло, снижает утомляемость мышц и позволяет выдерживать повышенные нагрузки. Хорошо впитывает влагу и препятствует возникновению неприятного запаха. Внешний слой из полиамида предотвращает появление мозоли и обеспечивает максимальную износоустойчивость. Дополнительная зона из лайкры на подъемы стопы не позволяет носку сползать и собираться гармошкой. Характеристики. Специально облегченная ткань в зоне подъема стопы для ускоренного испарения влаги. Двухслойные полиамидные зоны в области передней части голени повышают износоустойчивость и защиту в местах усиленного трения носка с горнолыжным ботинком. Анатомическая форма, универсальная для левой и правой стоп, обеспечивает двойную прочность и двойную защиту. Также здесь есть уникальный плоский шов на носке, который не натирает пальцы ног, что дает дополнительный комфорт. Уплотненная передняя часть голени и нижняя часть стопы смягчают удары. Хочу обратить ваше внимание, что в комплекте эти носки идут по две пары, и есть еще такие цвета, как синий и коричневый цвет. Покупайте реально крутые носки, но только на сайте mondrivnik.com.ua.